Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Outlast 2. С вами канал AlexPlay. И мы начинаем. Она, кажется, меня заметила. Ребят, только лайки меня спасут. И ваши комментарии. Она идет за нами. Так. Все нормально? Где она? Она меня потеряла? Мать честная, что это? Я вижу там батарейку. Давайте подберем. Фу. Кажется, она потеряла нас. А что такое? Так. Я смогу здесь пройти, интересно? Мать честная. Охренеть. Здесь, кажется, коров сжигают. Нам сюда. Она заметила нас, кажется. Думай, 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 пожалуйста, думай. Тут не пройдешь. Бежим сюда. Так, тут кровь, тут можно пролезть. Отлично. Надо как-то внутрь попасть. Вот это шахты, да? А, надо туда попасть, вон не шахты. Ладно. Так. Надо обойти в любом случае. Так, давайте посмотрим, что у меня тут. Бинтов мало. Батарей уже много. Охренеть. О нет. Что с ними произошло? Они что, просто коров убивают? Просто так, для забавы ради? Охереть. Просто гребаные сволочи, гребаные твари. Это что такое? Какая-то челюсть. Ребят, что это такое нафиг? А, это кожу содрали, это вот ноздри. Я думал, это глаза, это ноздри. Это лошадь. Кажется. Так, тут можно спрятаться. О, боже мой. Как же это жутко все выглядит. Охренеть. Твою ж мать. Это люди? О, жесть. Давайте посмотрим. Мясо подвешено для исцеления. Для какого нахрен исцеления? Крюки в сухожилиях. Охереть. Просто охереть можно. Меня сейчас вырвет, ребят. Меня реально сейчас просто вырвет. А если бы я там находился, я бы, наверное, я не знаю, что со мной было. Я бы отрубился нафиг просто. А, нам надо пройти? Господи. Охренеть. Твою ж мать. Какого черта? Это просто ужас. Дьявольщина, ребят. Если дьявол существует, то это вот его следы, его отпечатки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же ни хреново-то. Так. Тут какая-то цепь. Бинт, это хорошо. Давайте подберем. Тянуть. Окей, тянем. Еще. Еще. Блин. Там какая-то. Блять, какая-то записка. Так, сфотать надо. Так, ну я сфотал. В общем, на паузе, ребятки, читайте. В общем, тут написано что-то про Вэлла. Все, кто связан с Вэллом, должны умереть, да? Офигеть. Кто такой Вэлл? Ну, я так понимаю, Вэлл это хороший человек, добрый. Почему они так... Я не могу, ребят, на это смотреть. О, боже мой. Охренеть. Охренеть просто. Залазим.
Так, у нас есть крюк. Зачем он мне нужен? Для чего-то же он мне нужен. Кто это? Надо свалить отсюда. Там кто-то есть? Подожди, они дверь закрыли, что ли? Куда теперь? Мы взяли крюк. Зачем нам нужен крюк? Надо подумать. Так. Тут тоже замок. Боже мой. Кто там? Вон он, тварь. Что она говорит? Нифига себе, она, ребят, высокая, 1.3 метра ростом, 2.5, наверное. Почему она такая высокая-то? Охренеть. Нам точно сюда? Так мы не попадем. А для чего нам крюк нужен? Так, подвинуть мы тоже не можем. Неужели надо возвращаться? Так, я смогу? Нет, я думал, я наверх смогу подняться. Так, мне кажется, я что-то делаю не так. Подожди, а где я пролазил? Добраться до дороги к шахте по ту сторону забора из колючей проволоки. У меня есть крюк. Добраться до дороги к шахте по ту сторону забора из колючей проволоки. Я втро сюда, что ли, прошел? Сейчас не могу. А, вот. Давайте тут еще раз изучим. Может, тут есть какой-то проход? Так, тут нету. По-любому надо, я думаю, отсюда выбираться. Так, есть тут что-нибудь? Ну вот же дверь. Она закрыта. Куда корова уходит? Вот, точно. Все, я спускаюсь. Надо зацепиться или что? А, вот это я не открою. А, ну вот, один круг тут есть. Так что я должен сделать-то? Тут есть какая-то дверь, но ее, я думаю, не откроешь. Поднимаемся. Так, ладно, попробуем выйти отсюда. По ту сторону дороги. Нам надо выйти тогда. А, боже мой, для чего нам крюк? Вот надо сюда как-то попасть. Но я не могу. Ладно, выходим. Тихо. Не знаю, куда конкретно бежать. Нам надо это сделать. Так. Пусть нам сюда. Ломаю дверь. Охренеть. Нам туда надо. Ах ты ж, сука! Блин! Нет! Ну не надо! Зачем? Пожалуйста, пощади! Охереть! Блин, как же это жестоко! Охереть! Я в шоке. Фу. Жесткая игра, жесткая. А, вот она ломает.
Нам туда надо пройти. Так, значит, нам надо спрятаться как-то. Ман! Мансануть надо. Она быстро бежит. Так. Тихо. Она меня достала! Она меня достала! Ее так просто не приведешь. Охренеть. А почему она в яйца-то постоянно? Я в шоке. Почему она в то место бьет? Ах ты ж, блин, жесткая. Так, надо бежать это все дело. Может, она уйдет? Так. Мне кажется, меня потеряла. Она потеряла меня. Вон она. Нам надо вернуться назад. В то место, откуда она вышла. Блин, она сюда, кажется, идет. А как я... Как я тут... Как я обманута? Тут уже кровавые следы чьи-то. Они были разве раньше? Блин. Короче, надо через нее по-любому пройти. Просто разгоняемся. Просто разгоняемся, ребят. Быстро, быстро, быстро. Куда я прибежал-то? Слушай, ну мы неплохо ее пробежали, только я... Я выбежал не туда. Вот сюда нам надо. Побежали. Отлично прошли. Куда теперь? Давай, давай, давай. Так, что надо сделать? Тварь! Да она меня поймала, блин. Там цепь была. Ну, сейчас, по крайней мере, просто ударила. Все, я увидел эту цепь. Надо потянуть. Давай. Давай, тяни. Беги, беги, беги. Отлично. Она схватила меня, тварь. Пошла в жопу. В жопу иди, тварина, сука. Блин. Гребаная херня. Пошла нахер. О, боже мой. О боже, 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 боже мой. Так. Бежим, бежим, бежим. Вавилон. Достижение. Так, подожди, а тут что у нас? Ну, ты, так понимаю, не пройдешь. Причем он не сразу разгоняется нас, наш персонаж. Сначала медленно, а потом уже быстро бежит. Нужно учитывать. Что такое? Кактус? Мы рядом с шахтой, я так понимаю, да? Найти дорогу к шахте. Ну вот она. Это записка. Так, я как всегда вам покажу. Тут ничего не понятно. Вот, также нажмите паузу и читайте, кому интересно. Я тоже почитаю. Так, в общем, тут сказано про Нота, да, это Нот пишет какой-то девушке, которая боится согрешить. Ну, она и говорит, что если ты ничего не будешь делать, ты еще хуже согрешишь. Вот, если ты не посадишь на себя бешеную собаку, разве ты не ответственная за детей, которых нападает эта сучка?
Ну и так далее, в общем, в том плане. Ну, в общем, запудрил он ей мозги. А, вот концовочка. Окей. Я думаю, нет смысла читать, но там очень много гадостей пишут. Чтобы запутать людей, я это не хочу читать. Просто те, кто хочет. Я сам читаю, как бы. Тоже про себя. Ну, примерно понимаю. Я понял единственное, что они действительно хотят... Они людей простых запутали, и они просто убийцами стали. Они вообще сумасшедшие, гребаные. У человека должна своя быть голова на плечах. Так, подожди. Я пришел сюда. Открыть я не могу ничего. В чем прикол? Так. Чем надо сделать? Это что такое? Я дошел до сюда. Почему я не могу открыть дверь? Я же все правильно сделал. А, надо прыгнуть. А, у меня опять галлюцинации. Стоп, стоп, стоп. Это было до того, как я нашел и повешал ее. Проснись, проснись. У меня опять бред. Ну да, я ничего не записываю. Просто шумы. А, мне сейчас опять все кажется, мерещится. На самом деле этого нету, боже мой. Это записка. Что такое? The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. Что происходит? Я вышел. Так, ладно. Здесь мы были. Помехи. Так, ну это класс. Надо проснуться как-то. А, вот та самая картина. Сюда я не могу попасть. Так, тут мы не были. Класс. Закрыт. Там кто-то есть? Нет, вроде никого нету. Это все не по-настоящему, это все не по правде. Где? Сука, блин! Чё? Почему я туда, где страшнее всего? Да блин. Почему дергается-то? Пробежал. Что такое? Тут никто не висит. Так, 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 так. Взаимодействовать? Так, а что я должен сделать? Что должно произойти? А. Что изменилось? Надо подвинуть, что ли? А, еще вперед надо. Так, немножко вот сюда. А зачем мне это надо все? Блин, какой-то бред. Я схожу с ума. Тут закрыто. Я могу обойти.
Так, я не пройду. Может, надо что-то еще найти? Ладно, уходим отсюда. Выпустите меня отсюда. Я застрял в каком-то воспоминании. Надо, может, что-то еще найти? Да что я должен сделать-то? По-моему, сделал все правильно. Так, ну вот, повешенный человек. Может, его не надо, наоборот, вешать? Ладно. Идем назад. Так, так, так. Что-то постоянно дрожит. Может, тут какая-то еще бумажка? Нет, вроде нету. Так, куда мы шли? Подожди. У меня батарея уже заканчивается. Какой длинный коридор. Так, все, мы здесь были. Наверное, чуть-чуть надо повернуть сюда. Вон как. Unforgivable. Незабываемо. Sounds about right. И что это значит? А, вот. Какое-то слово появилось. Но теперь мне надо выйти. Поменять батарею. Все назад. Может, сюда? Я нихера не понимаю, я же все сделал. Или назад вернуться? Ну что-то должно появиться. Это явно должно произойти. Выйти я отсюда не могу. Тут уже нельзя взаимодействовать. Меня просто дурят, пытаются запутать. Все, уходим. Тут заблокировано. Что еще мне надо тут сделать? Найти способ выбраться отсюда. А, все, мне надо назад вернуться. Там, где был повешен этот человечек. А где он был повешенный? Вот он, выход. Что такое? Я не понимаю. Ну вот же выход. А! Блин! Кто это был? Что происходит? Ну открой же. Тут заперто. Почему я не могу выйти? Да блин!
Чё это такое? Нахер! Надо спрятаться. Фух. Не высовываемся. Кто это был? Тут заперто. Почему я не могу? Они издеваются, что ли? Ну вот же выход. Я бегу туда-сюда. А, вот. Что такое? Какие-то люди. Что тут, мать его, происходит? Надо что-то взять. Давай, давай. Она не толкается. Может, там что-то какое-то место? Да, блин. Стулья, что ли, надо подвинуть? Не получается, ребят. Хорошо, давайте, может, выбьем стену. Я правда не знаю. Я понял, вот что. Сразу не догадаешься. Давай. Да куда мне надо? Сюда. Отлично. Так, сзади вроде никого. Я вернулся, что за черт? У меня быстро батарея заканчивается. Вторая! Какого черта? Какой-то язык! Вали отсюда! Нафиг! Давай быстрее ползи. Так. Так вот, я был в шахте на самом деле. Это не школа была, а шахта. У меня глюки. У меня просто глюки. Я на самом деле был в этой шахте. И я вернулся отсюда. Но мне почему-то казалось, что это была школа. Перейти мост. Видите, новая задача. Что это такое? Я не понял, что я снял. А, вот мост. Так он разрушенный мост. Шахты, это ведь к шахтам. Так я не был, что ли, в шахтах? Подожди, там какой-то город. Какой-то дом большой. Ладно, попробуем. Слушай, ну тут, мне кажется, даже поспокойнее, да, в лесу, чем в той гребной деревне. Там кто-то орёт. То ли медведь, то ли кто-то еще. Не видно ничего. Блин, там кто-то орет, реально. Хочется посмотреть. Прям на медведь, на медвежий рык, похоже. Так, давайте поменяем батарею. Так, мы пойдем дальше. Я смогу вообще пройти? Если аккуратно, то мы пройдем. Так. Все. Тихо. Боже мой. Что-то наступился. Так, теперь так. Отлично. Что это такое? Стрекозы. А почему их так много? Ночью стрекозы не летают. What the fuck? Я не знаю, сколько их попало в мой рот. Моя кожа не перестает зудеть.
Кто это стрекозы или кто? Они пытались вознести меня. Или саранча. Убери камеру. Блин, это самое сложное. Тихо. Тихо. Что такое? Блин, их слишком много. Тихо. Твою ж мать. Я почти перешел. Хера себе, я упал. Так я погиб или что? Надо было назад вернуться. Но нет, это продолжение. Это была саранча или нет? Это была тень в небе. Но я не полностью уверен. Бог любит своих детей. What the fuck? Это кто такой был? Что за херня? Моя камера. Кто это? Я задом наперед вижу. Это, его страдания закончились. Он меня не заметил? Надеюсь, что нет. Кто это такой был? Давай, чувак. Боже мой. Охренеть. Так. Кажется, я пошел длинной дорогой. Игра сохранила средки. Давайте на этом моменте закончим. Мы упали с моста. Немножечко не дошли. Там была то ли саранча, то ли стрекозы. Я думал, саранча. Стрекозы ночью точно не летают. Какой-то чувак, на спине у него маленький какой-то чувак сидел. Они убили другого худого чувака. В общем, какая-то тут жесть творится. В следующей серии мы продолжим играть. С вами был канал AlexPlay. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорого. Пока-пока.